Суд арестовал соучастника убийства Вячеслава Иванькова на 2 месяца. Муртазу Шадани 62 года, за его плечами несколько судимостей. Незаконное хранение оружия в 98-м и кража в 2013-м. Последнее время мужчина жил в деревне в Нижегородской области, неделю назад его вызывали на допрос, но все же отпустили. Позавчера провели задержание. По версии следствия, в 2009 году Шадани хранил СВД, из которой убили Иванькова. Он же передал оружие киллеру. Следователи также узнали имя потенциального заказчика. Это близкий друг япончика, Илья Симония по кличке Маха. Именно по его просьбе Муртаз приобрел винтовку. Покупал СВД, затем довез до места преступления и передал киллеру. Сейчас Симония находится в розыске. Шадани своей вины не признал.